Здравия желаю, уважаемые братья и сестры. Сегодня у нас суперэкономный обогреватель на 2 тенах. Видите, 2 тена, 500 ватт, по 250 ватт, 2 штуки. Соединенные методом умножения последовательно. Расход, ребята, всего 100 ватт. А нагрев трубок, вот здесь поле уже горячее, 300 градусов. То есть вы можете за 100 ватт протапливать, ребята, большие объемы комнат. Всего за 100 ватт. Соединив вот эти трубки методом умножения. Эта система, значит, всего за 100 ватт вы можете, ребята, отопить до 100 кубов. До 100 кубов, ребята. То есть почти бесплатно. Применяется, значит, две трубки по 500 ватт, соединенные методом умножения. И все. И вилка, ребята, и провод. Ставим его, провод ставим в розетку. Все. Получаем суперэкономный обогреватель, всего 100 ватт, нагрев 300 градусов. А сейчас я покажу схему этого изделия. Две трубки, ребята, по 500 ватт. Значит, стеклянные трубки, стеклокерамический обогрев. Стекло, а внутри спирали вставлены в бусах. Соединенные они были параллельно, а мы переделали. Ну, на заводе соединили параллельно. Мы переделали, соединили, вот, видите, последнее. Это первое с этим. И получилось два выхода на фазу и ноль. Что получилось? Расход 100 ватт, а нагрев, ребята, до 300 градусов Цельсия. То есть в хате будет жара. Значит, можно обогреть комнаты до 100 кубов. Это по рептилоидски, это примерно 33 метра. На 33 метра, ребята, вам надо, на 33 метра вам надо, значит, по ихним данным, 3300 ватт, а у нас 100, то есть 33 раза. 33 раза, ребята, это сейчас. Для вычисления процента умножаем на 100. Получаем экономия 3300%. То есть экономия этой системы 3300%. А КПД, ребята, 312, так как мы нагреваем до 300, а если на полную включить, нагревается до 400. Но мы затрачиваем в 5 раз меньше. А нагрев, значит, на 1/3. Значит, получается, если таким путем считать, как что мы получаем от этого, сравниваем, получается 312 КПД. А экономия, ребята, если считать, как рептилоиды советуют, получается 3300%. Благодарю за внимание. Всем удачи и стального железного богатырского здоровья.